Мы знаем, что вы в прошлый раз, когда навещали наш город, был небольшой инцидент. Можете рассказать об этом, что было в прошлый раз и как сейчас вас восприняли черниговцы? Зачем мы будем говорить о негативе? Всегда найдутся псевдодоброжелатели, которые по непонятным мне причинам агрессивно и враждебно относятся к такого рода музицированию. Хотя я играю очень серьезный репертуар европейских коллективов, известнейших, за которые люди платят немалые деньги за билеты входные. Поэтому просто мне это непонятно и непостижимо. Это, скажем так, это абсолютно личностное отношение людей какое-то негативное. А человек такой обычно и в жизни негативный полностью. Всем недоволен, на все бурчит-ворчит. Основная же масса людей, это 99,9%, это люди, которые положительно и с благодарностью относятся к тому, что... Так что было в прошлый раз? Подошел человек и сказал, что ему мешает такая музыка исполнить. Мешает проводить время. А я объяснил, что в дневное время, в рабочие дни, законом Украины и законодательством налогового кодекса, которому я плачу налог, позволяет мне, разрешает. Поэтому я ничего не нарушаю. Людям нравится. Музыка поддерживает дух людей, отводит их, отвлекает их от этих мрачных, к сожалению, очень негативных мыслей, которые сейчас о том, что происходит на востоке Украины. Поэтому я могу людей отвлечь, и это прекрасно. А в этот раз, когда в Буде не было таких? Пока, слава Богу, хорошо, Господь хранит. У меня 2 месяца не бывает, я очень редко приезжаю, всего лишь на 1 день, и поэтому мне непостижимо такое враждебное отношение. Но это единичный случай, и слава Богу, что он единичный. Так что очень хороший город, замечательные люди, мира вам, покоя, Божьего благословения.